Я без головы прыгаю, мне кажется. Вау! Вау! Сейчас идет, у вас что-то надо одеть. Да? Детку. Вот, девочка. Вот. Я сейчас одежду в шкаф свожу. Мама, это что такое? Это полотенце. Все, поняла. Стоп, останови, стоп, останови. Сердце твое побежит. Полотенце повис. Сердце повис. Сейчас свожу все в шкафчик. А туда дверь свозить все в шкафчик, да? Девочка идет спать. Не смучки можно. Ой, я на эти чуть-чуть помылась. Сейчас включит такой вот водички. Такой. И я забываю. А она одежду постирала свою? Нет, еще. Пока. Все полотенце мути. Она еще голову мыть. Сейчас будет одеваться. Она оденет такое вот красивое платье. А сейчас постилает вот это. И нам постилать это. Знала? Она переоденется. Переоденет вот это. Вот. Так это же у нее мокрое, надо посушить. Да, сейчас посушит. Я посушилась кофточка, это все долго. Красиво? Угу. Так. Лей. Ой. Сейчас мы поставим на стол, она сама его ставит. Надо Эйн. Куда ускакала? Так. Да я... А это кофе у нас стоит здесь.
Las покусывает. Идет пить. Пьет. Теперь надо это сусыцевич. Это забыл снять. Это надо постевать. Сейчас она одет так, кофточку и ставь миски. Вот. Это пижама ее. Руки вниз. Руки вниз. Стрелку переведу на это. Повоставачится? Знала, у нее сегодня день рождения. Она наденет. Мама, какое она наденет, а? Какое красивее. Вот такое. Да? Да, это будет так костюм. И что у меня там нет? Надо купить. Одену-ка я на пластиковое вот это вот, а это в стивуку надо. Ой. Я немножко посплю. Ой, научился. Скоро ее день рождения. Понятно? И рождение мое, день рождения мое. Видите, как я стану длинной. Она еще в пижаме ходит. Ой. Ой, надо помыться. Она пока сюда повесила. Немножко посусить. Ой! Не упала. И холодная. Так, забудь. Стой! Холодно сегодня, поэтому она делает.